Всем привет! Телефон Poco X3. Открыл я крышку, но чуть не повредил шлейф. Крышку я открывал, ну, как обычно, пленочка по краям, спиртик на пленочку и пленочкой поддевал. Вот смотрите, вот он шлейф. Видите, я его загнул, но чуть не порвал. Вот он весь у меня погнутый. Это я как раз тонкой пленкой в этом месте чуть-чуть глубоко пленку просунул. Поэтому я хочу предупредить заранее, здесь в левой части очень будьте аккуратны при открывании крышки. Так, в принципе, крышка легко открылась, она там пластиковая. Чуть-чуть нагрел ее, чуть-чуть спиртик на пленочку, пленочкой прошелся по кругу. А вот шлейф чуть-чуть не повредил. Ну, я его долго равнял, долго выравнивал под микроскопом, чтобы он ровненький, гладенький стал. Так что будьте внимательны. Если вдруг придется открывать такой аппарат, с открытием крышки не спешите. Так, в общем, проблем не было. Вот он, видим шлейф наш. Я его уже выровнял. До этого он был прям весь помятый. Еле-еле выровнял. Ну, на этом, в общем, и все. Всем пока, всем успешных ремонтов. До новых встреч!